Ученики Свято-Симеоновской церкви школы в Екатеринбурге сели за парты. В День знаний ребята собрались на молебен, а после всех ждала долгожданная встреча с одноклассниками и педагогами и классные часы. О том, как после дистанционного обучения школьники снова переходят в очный формат занятий, сюжет Надежды Калининой. Здесь учеба начинается с молитвы. В День знаний педагоги и родители просят даровать им сил. Ведь обучение в школе – это трудное испытание, как для самих учащихся, так и для учащих и их родителей. Наши с вами знания – это то, что в первую очередь необходимо нам для того, чтобы менять наш с вами нравственный облик. Наши с вами знания должны помогать нам в первую очередь изменять свою жизнь и прежде всего изменять ее добрыми поступками и делами. Прошлый учебный год закончился для ребят не в стенах школы, а дома. С конца марта все российские школьники занимались дистанционно. И карантин научил как внимательному отношению к здоровью, своему и близких, так и умению дорожить возможностью личного общения. Здание стояло такое пустое и где-то даже казалось мертвым. И только вот в эти дни, перед 1 сентября, и, конечно, сегодня, вот мы снова слышим здесь, да, крики детей, улыбки видим, учителей видим, совершенно счастливых от того, что они действительно могут теперь снова, так же, как и обычно, начать учить детей. В этом году в гимназии обучаются 168 ребят, и 26 из них первоклашки. В эту школу у нас давно ходит старший сын, уже 7 класс. Мы православные люди и вот хотим сюда только. Ты волнуешься сегодня? Нет. Мама больше волнуется. На самом первом уроке у ребят непростая задача. В рисунке надо рассказать, как они провели лето. Гимназисты стараются, ведь к учебе нужно относиться прилежно. Традиция образования здесь, в этих стенах, берет свое начало еще в прошлом веке. 115 лет назад в Свято-Симеоновскую церковь-школу пришли ее первые ученики. После революции образовательное учреждение было закрыто, а в наши дни учебный процесс был восстановлен в 2014 году. Как пройдет этот учебный год, никто не загадывает, но все необходимые меры профилактики соблюдают, площади школы это позволяют, а в остальном надеются на свои силы и на помощь Божию.